У меня на столе два практически одинаковых телефона. Этот супер дешевый, он стоит около 2000 рублей. Этот обычный, стоит 1015. Но приносят они мне одинаковое количество денег на пассиве, каждый из них приблизительно по 230 рублей в сутки. Итого мой доход примерно 460 рублей ежедневно, ничего не делая. И вот как каждому из вас запустить такой же доход, показываю быстро, кратко, чтобы вы уже через несколько минут начали действовать. Итак, сначала мы скачиваем приложение под названием Animals, и здесь мы смотрим короткую и длинную рекламу. И за каждый просмотр с кликом по рекламе мы получаем 0,04 рубля. Вот смотрите, запускаем, например, короткую рекламу, дальше на нее кликаем, нас переносит на какой-то сайт, мы сидим здесь 10 секунд, все время прошло, закрываем сайт и теперь закрываем рекламу, все, 0,4 рубля мы получили. Абсолютно такая же история с видеорекламой, только ее обычно надо ждать по 30-40 секунд. Весь этот процесс заработка можно полностью автоматизировать, и ваш телефон или вообще ваши телефоны можно будет оставить хоть на сутки, да хоть на всю неделю. И они будут просто смотреть рекламу без вас, а вы будете получать за это оплату, ничего не делая. Так что ставьте лайкос и запускаем такой пассивный доход. Для этого идем в чат этого приложения и скачиваем здесь вот такое вот приложение MacroDroid. Просто здесь прямо отсюда с чата его выгружаем. Я это уже сделал, вот так, собственно, это приложение выглядит внутри. Дальше скачиваем вот эти вот два макроса для короткой и самый верхний для длинной рекламы. В этих макросах содержится алгоритм, который, собственно, и заставит ваш телефон смотреть рекламу и на нее кликать. Чтобы их установить, просто нажимаем на любой макрос, жмем «Открыть с помощью макродроида» и здесь нажимаем кнопочку «Добавить». Все. И абсолютно так же делаем с макросом для длинной рекламы. Открываем его с помощью макродроидика и добавляем. Все, макросы установлены. Теперь включаем, ну, например, макрос для короткой рекламы. Идем в приложение, активируем этот макрос и, собственно, все, друзья. Доход запущен, и теперь за каждый просмотр он будет приносить по 0,4 рубля. И да, если после первого запуска у вас, вот как у меня, ничего не происходит, вы сначала макрос выключаете, а потом снова берите его, запускаете. Все, этот доход уже пассивный, можно сказать, бесконечный. Но в таком виде заработка есть подводные камни, которые могут помешать вам зарабатывать реально без остановки. Ну и ваш заработок может через несколько часов, ну или там через несколько дней остановиться, то есть просто закончиться, а может вообще даже не начаться. И давайте я вам покажу, как эти все проблемы решить и точно гарантированно зарабатывать. И первое, смотрите, самая распространенная проблема: макрос не закрывает рекламу, либо короткую там, либо длинную. И суть проблемы в том, что этот макрос настроен, чтобы кликать в одну и ту же точку на крестик на каком-то определенном размере экранов телефонов. И, соответственно, так как у нас экраны телефонов разные, то макрос промахивается. Вот видите, у меня есть второй телефон, и смотрите, он сильно меньше, чем вот этот. То есть у них абсолютно разная диагональ телефона, поэтому давайте сначала настроим макрос для длинной рекламы, а уже потом для полноэкранной. Итак, для этого первым шагом нам необходимо заранее скачать приложение Screen Coordinates. Вот, запускаем это приложение, вот так оно выглядит, и кликаем на красный крестик. И теперь мы уводим этот красный крестик вот сюда, вот в самый угол, именно здесь и находится крестик закрытия рекламы, и сейчас мы видим координаты этой кнопки. Теперь, так как мы настраиваем макрос для видеорекламы, идем в приложение MacroDroid, вкладочка «Макросы», нажимаем на макрос для видеорекламы, и здесь спускаемся до строчки, сейчас я вам покажу какой, вот, 95% и 5%. Мы нажимаем здесь «Настроить», дальше «Нажать», позиция «XY», и просто переносим вот эти координаты сюда. Видите? X 980, так, 981, Y 128. Окей, окей. И обязательно сохраняем. И абсолютно то же самое, то есть те же самые действия я сейчас возьму и проделаю на своем втором, более маленьком телефоне. Теперь, друзья, надо настроить макрос под короткую рекламу. Тут все немного интереснее, потому что обычно здесь есть два вида рекламы, у которой, как обычно, крестик вот здесь в углу, а бывает вот такая вот реклама в формате такой маленькой картинки, где крестик находится, как видите, практически в центре вашего экрана. Ну и давайте я вам покажу, как сделать так, чтобы макрос закрывал и огромную, и маленькую рекламу. Для этого сначала также заходим в макрос для короткой рекламы и меняем координаты в той же самой строке, где мы меняли для видеорекламы. То есть те же самые прописываем, там 981 и здесь 123. Теперь сохраняем, идем в приложение и здесь смотрим одну за одной такой вот короткой рекламы до тех пор, пока мы не найдем маленькую рекламу, у которой
крестик как бы по центру экрана. Итак, я что-то такую рекламку найти не могу, поэтому сделаю на своем скриншоте, который я сделал. Наводим просто крестик на этот новенький крестик в этой маленькой рекламе. Дальше заходим в короткую рекламу. Спускаемся здесь до той строчки, где мы с вами настраивали что-то. И вот здесь, видите, есть такая неактивная строчка. Мы на нее нажимаем и здесь жмем «Включить». Теперь жмем на эту также строчку, жмем «Нажать», позиция XY. И также сюда заносим только уже вот эти новые координаты. 926 и 303. Жмем «Ок». ОК, и снова никогда, друзья, не забывайте нажимать на эту кнопочку «Сохранить». Все, оба макроса для просмотра абсолютно любой рекламы настроены, можете кайфовать. Но бывает такое, что макрос как бы запустил рекламу, все нормально, вот так вот кликнул на нее, сидит на сайте 10 секунд и сразу после этого берет и вот так вот закрывает приложение. Таким образом, вы не получаете оплату за просмотр, то есть он даже не жмет крестик. Чтобы это предотвратить, тоже надо сделать буквально пару настроек макроса. О том, как настроить макрос для этого, в чате снято видео. Показывать я его вам сейчас не буду, потому что эта проблема встречается реально супер редко. Поэтому это видео, друзья, в чате есть, думаю, его посмотрят буквально там единицы. Вот, третье по счету. Бывает такое, что в подобных приложениях пропадает реклама. Чтобы она пропадала реже и ваш заработок не останавливался, надо заранее скачать и установить вот такое вот приложение под названием Screen, точнее Google Settings Launcher. Просто жмем «Установить». Все, приложение установлено, его даже запускать не надо. Второе — это каждый день менять макросы с короткой на длинную рекламу. То есть, например, сегодня мы работаем с макросом на короткой рекламе. В этот момент мы как раз-таки короткую рекламу расходуем, но копится видеореклама. Завтра с утра проснулись, выключили короткую рекламу, включили видеорекламу. И так каждый день меняем, чтобы рекламка не пропадала. Да, когда вы зарабатываете именно с короткой рекламы, ваш заработок реально максимально высокий. Примерно от 220 где-то до 240 рублей в сутки. Но когда мы переходим на видеорекламу, наш доход уменьшается приблизительно в 2 раза. Приблизительно до 110-120 рублей в день. Просто потому, что это длинная реклама и макросу надо ее смотреть по 30-40 секунд, а платят за нее также. Поэтому если посчитать, то средний доход с этого приложения в день на протяжении недели, ну, где-то 180 рублей. Это, друзья, 5400 в месяц на пассиве. А если у вас хотя бы два телефончика, даже вот такой самый дешевый, это уже 10 800 рублей. Ни хрена не делая. Но будьте внимательны, чтобы зарабатывать сразу с двух телефонов, у вас на каждом должны быть разные интернеты. То есть, например, здесь должен быть Wi-Fi, а здесь мобильный интернет. Ну или наоборот. Либо здесь мобильный, но с другой симкой, и здесь тоже мобильный с другой симкой. Я вот этот телефон купил за 2900 рублей на Озоне, и еще к нему прикупил вот такую вот сим-карту тоже на Озоне. У нее тариф 385 рублей в месяц. Это супер дешево. То есть, сами понимаете, окупаемость вот такого набора будет приблизительно 2 недели, а дальше пойдет чистая прибыль. Вот это кайф. Ну и давайте, друзья, сейчас оба телефона запустим, на каждом макрос запустим именно для короткой рекламы и посмотрим, сколько мы заработаем за сутки. Итак, друзья, сутки у нас позади, и вот мои балансы на двух телефонах. Здесь 223 рубля 39 копеек, здесь 229 12 копеек. При этом я, друзья, на обоих телефонах использовал именно макрос для короткой рекламы. То есть завтра я уже продолжу зарабатывать именно на видеорекламе, и доход будет, ну, примерно, как я говорил, раза так в 2 меньше. И давайте денежки выводить. Для этого нажимаем награда, минималка на выплату здесь 30 рублей. Выводят деньги на Kiwi кошелек, поэтому мы его указываем. Вот, вписываем Kiwi, жмем отправить, ждем загрузку. Все, заявка отправлена. Теперь берем другой телефончик. Здесь вписываем тот же самый Kiwi. Да, друзья, если интернет надо использовать другой, ну то есть разный, да, то как раз таки вот с Kiwi кошельком не надо париться и создавать много Kiwi. Достаточно использовать один и тот же Kiwi кошелек. Жмем отправить. Заявка отправлена, баланс по нулям, кайф. Ну и вот, друзья, по итогу 223 рубля 39 копеек без комиссии с первого приложения и еще 229 рублей 12 копеек со второго приложения, 18.10, то есть через несколько часов пришли, реально без комиссии. Вот это кайф. Ну и обязательно посмотрите видео о том, как просто кликая в одну точку получать до 1000 рублей в сутки. На этом все, пока.